Портал Эстлапрупс, Коламбус, Арнольд Шварценеггер фестиваль, я, Александр Тимошенко и... Екатерина Красавина, которая выступает в категории... Фитнес-бикини до 166 сантиметров. Почему-то Катю взяли, поставили сначала в другую ростовую категорию. Дальше мы проблему решили, она перешла в ту категорию, в которой она была кем? Что кем? Она тогда победила на Арнольде в категории... Да, 166. Все правильно. Форма, да? Есть? Вроде бы да. Вроде бы да, это значит да. Да, но я всегда сомневаюсь, и немного болезнь как бы меня подкосила, но вроде бы все хорошо. Мы будем болеть за Катю, которая представляет в том числе команду Eslabs.ru. Работает зайчиком. Желаем ей только победы. Будем за тобой смотреть, будем за тобой следить, будем тебя сопровождать. Спасибо большое. Thank you.